Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные котировки горючего на завтра. Стоимость 95-го бензина на АЗС составит 27 леев 38 банов, на 8 банов меньше, чем сегодня. А солярку будут продавать по 27,82. Она подешевеет на 6 банов. Напомню, на РЭИ ежедневно устанавливает максимальные цены топлива по новой методологии с 1 сентября.